В Каратальском районе области Жетсу продолжается сбор урожая риса. Это единственный район в регионе, где успешно выращивают эту теплолюбивую культуру. В этом году посевные площади риса достигли 1181 гектара, увеличившись на 116 гектаров по сравнению с прошлым годом. В этом сезоне ожидается получить около 4000 тонн урожая. Нижнее устье реки Каратал – идеальная местность для выращивания риса. И в этом году фермеры посеяли здесь около 300 сортов белого злака. Крестьянское хозяйство «Опытное» – одно из сельскохозяйственных кооперативов, которое ежегодно засеивает свои поля рисом на площади 400 гектаров. Однако в этом году в целях улучшения состояния почвы они уменьшили посевную площадь на 100 гектаров. Фермеры края надеются получить до 36 центнеров риса с гектара. Благоприятные условия, в том числе обилие воды, обещают богатый урожай. Начало лета было характерно неблагоприятной погодой, однако благодаря обильным осадкам в начале сезона урожай все же оказался достаточно хорошим. В прошлом году ситуация была более сложной. Из-за неисправности каналов и сбросов возник риск недостатка воды. По решению администрации области были задействованы экскаваторы, и в настоящее время продолжаются работы по очистке каналов. Ранняя весна этого года порадовала крестьян обильными осадками. Река Каратал была полна водой. Пруды расчищены, и на поля влага поступала в достаточном количестве. В дополнение к благоприятным природным условиям, крестьянам были предоставлены льготы на водопользование, согласно которых они оплачивали только 50% использованной на полив живительной влаги. Эти льготы позволили крестьянам не только обеспечить свои поля необходимой водой, но и приобрести новую технику, что значительно улучшило эффективность их работы. В настоящее время в районе активно используется техника, предоставленная в лизинг. Эта мера помогает фермерам получить доступ к современным сельскохозяйственным машинам и оборудованию. В частности, производство риса получает значительную поддержку в виде предоставления необходимой техники на 50%. Это позволяет увеличить эффективность выращивания этого злака и обеспечить устойчивый урожай. Сельское хозяйство является основой экономики региона. Так, в Каратальском районе в следующем году планируется увеличить площадь рисовых полей еще на 100 гектаров. Это свидетельствует о том, что регион настроен на увеличение производства риса и укрепление своих позиций в сельскохозяйственном секторе. Айгерим Купаева, Нуржан Касабулатов, телерадио, компания ЖТСУ.